Дальше мы добавляем негашеную яичницу, если она уже приготовлена у меня. Будем все перемешивать и потихонечку добавлять воды. Сейчас еще раз проверим. 411, 12, обманул. Где негашеная яичница? Куда ты поделила? Же. Это что такое? Вы? Это мы куб делаем, который у нас второй мы куб завариваем. Такой же раствор. Да. Он не должен вам такой. Веточки еще покрасим, еще будем салфетки набивать. То есть мы хотим это сделать, ну, на продажу, как сувенирную продукцию. У нас тоже такая голубая мечта. Шарфики можно. Платочек. Вообще, конечно, типа бандана, дубасы, что-то. Да, вообще дубасы, конечно, в идеале хотим сделать. Орнамент здесь у нас вот мясо в основном, да, ставим. Сетка у нас надевала Татьяна Михайловна, который сегодня мастер-класс проводит в рисковой наборке. Опускается на 20 минут, можно опустить. Потом мы поднимаем, 20 минут на воздухе идет процесс окисления, то есть он начинает синеть. И если там недостаточно свет, да, то можно будет еще раз их окунуть. Вот. Мы обычно делали два раза. У меня где-то есть образцы, сейчас я покажу образцы, пока тут будет все находиться. Так, вы видите, варан деревянный, он не тонет. Все плавает. И тихонечко насыщается краской. А если это конечно, еще что-то давно не делала, мастер-класс решил поставить вам ведро. Под решетку вот. Ведро маленькое. Вы не подаете на сейчас, знаете, что? Давай перенеси ты сюда, мы вот так вот это сделаем. Вот это поднеси. Не, вот так сюда. Видите, начинает уже синеть, да, начинает сияться. Не. Мы помоем. Сделай день, а я сейчас зацеплю. Она вот насколько вот один, вот одна, вот одна эта бочка, на сколько раз она хватает? Смотря как красить, года на два можно хватить. Вот один раствор вот этот, да? Да. То есть видите, вот начинает синеть, обращаете, да, внимание? Угу. Будем ждать 20 минут, он будет темнеть прямо на глаза. В течение 20 минут, да? Да, вот что я сделала. Вот я здесь.